В округе провели рейд по борьбе с любителями жарить шашлыки в парках. Его организовали в одном из любимых мест отдыха люберчан – на Наташинских прудах. Об итогах профилактического мероприятия расскажем в сюжете. Когда убираете или будем все оформлять, все как в рамках законодательства? Большая часть парка сейчас на реконструкции. Но это не мешает некоторым найти в тени деревьев уютное местечко и приготовить шашлык. Сотрудники правоохранительных органов вместе с жителями провели с нарушителями профилактические беседы. Мы хотели бы привлечь наше внимание к проблеме, потому что здесь очень часто в выходные дни, в летний период шашлычники разводят костры, соответственно, тем самым нарушают права других жителей, которые приходят сюда отдохнуть на свежем воздухе. У нас много обращений с жалобами от жителей по поводу несанкционированного разведения костров и жарки шашлыков в неположенных местах. Многие относятся с пониманием и быстро сами тушат и говорят, что больше не будут этого повторять. Будет рассмотрен вопрос о том, чтобы в рамках реконструкции разместить зону для разведения шашлыков. Из-за высокого риска возникновения природных возгораний 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Тех, кто разводит огонь в неположенных местах, привлекают к ответственности. За использование открытого огня, использование мангалов и сжигание сухой травянистой растительности влечет наложение административного штрафа. Штраф на физическое лицо от 10 до 20 тысяч рублей, на должностное лицо от 30 до 60 тысяч рублей и на юридическое лицо от 400 до 800 тысяч рублей. На первый раз нарушители не наказывали, проводили разъяснительные беседы. Такие рейды в парках и скверах городского округа будут продолжены. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Разведение костров и мангалов в парках запрещено.